Уже на этой неделе в Чебоксарах могут вынести приговор бывшим руководителям Чувашского лесхоза. Они обвиняются в присвоении денег, подделке документов, а также незаконной рубке деревьев. Фигурантам этого уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы, но адвокаты пытаются максимально смягчить приговор. Дмитрий Ковалев побывал на процессе. Уголовное дело в отношении экс-руководителей Чувашского лесхоза и директора инвестиционной компании в суде рассматривают с начала прошлого года. Фигуранты этого процесса сейчас находятся под подпиской о невыезде. Их интересы отстаивают сразу 4 адвоката. Защитники пытаются выложить на стол все свои козыри. В качестве свидетеля они даже привлекают специалиста из Казани. Но государственный обвинитель посчитал, что стороны вновь намерены затянуть процесс. Судья поддерживает именно его. Запрета суда отказать в удовлетворении ходатайства нет, ибо запрет может быть только в этом случае, когда данный свидетель делает алиби участникам процесса. Ходатайствуют защита и о подшивании в дело новых документов. Сейчас оно состоит из более чем 20 томов. По версии следователей, директор и главный бухгалтер Чувашского лесхоза на протяжении 2 лет заключали фиктивные договоры и подложные акты о выполнении работ. В качестве подрядчика во всех документах выступала инвестиционная компания с громким названием «Прогресс». Но на прогресс лесхоза республики это не повлияло. Следователи считают, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере. Подсудимых обвиняют в присвоении 44 миллионов рублей. Благодаря отлаженной схеме они попросту похищали бюджетные деньги. Выбыло наиболее ликвидное имущество. То имущество, которое осталось у предприятия, это большей частью кордоны, расположенные в районах Чувашской республики. Инкриминируется им и незаконная вырубка деревьев. 4 года назад, считают в прокуратуре, в Чувашском лесхозе заключили договор о купле-продаже древесины. Причем сделано это было в обход госконтракта. Шамуршинскому лесничеству был причинен ущерб на сумму 22 миллиона рублей. Но подсудимые свою причастность к этому отрицают. Защита одного из фигурантов уголовного дела и вовсе обвинила прокурора в фальсификации фактов. Адвокат главного бухгалтера считает, что его подзащитная попросту исполняла честно свою работу. Она честно ставила на бухгалтерский учет все документы, которые ей приносили. Соответственно, сделала свою работу, и именно на основании этого бухгалтерского учета проводились расследования, проверки. Сегодня участники процесса, по сути, обращались к суду с последним словом. Адвокаты рассчитывают на оправдательный приговор, а обвинение требует назначить максимальный срок. Следствие по этому делу продолжается больше 2 лет. Уже 9 июля судья огласит окончательный вердикт. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.